пацаны, рубрика «Советы бывалых». Короче, палец на рамках штубай вот так вот благополучно закончился. Отказался больше работать. Спазик под крючка. Вытаскиваем стопорное кольцо. Берем клапан с «Жигулей» диаметром 8 мм. Туда засовываем. Вот такая вот картина получается. Стопор сюда одеваем. Сначала помечаем лишнее, обрезаем, затачиваем, ну, чтобы там закругляем, да. Стопор одеваем и полетели. Вот такой вот лайфхак. Отпилили клапан. Да, седло само, да. Ставили. И туда стопор. Стопор. Да, видно, не видно. Солнышко светит, не видно, что показывает экран. В общем, один нюанс, что стопор немножко как бы некомфортно, он должен дальше сесть. Паз у, в общем, родного пальца этого, да, он глубже. Поэтому стопор чуть на своем месте. Рекомендую использовать стопора от клапанов. И все. Вот такой вот лайфхак, пацаны, пользуйтесь. И то, что упустил в начале видео, херак и новый день, теперь херак и конец видео. Как-то так. Такое коротенькое видео.